Привет всем, с вами Лига Music Wars, а значит сегодня у нас разбор нового обновления. Что же такое лимп, с чем его едят, что вообще это за обновление. В общем, смотрим, удивляемся, ну а сначала к заставке. Разработчики добавили новую фичу. Новая фича получается, которая качает именно твои ресурсы, именно качает твои характеристики, соответственно, из башни. То есть ты ходишь в башню, зарабатываешь, соответственно, свои души. В дальнейшем их тратишь на вот такие вот элементики. К сожалению, свои я все потратил. Все, что вы заработали за то время, пока шел тестовый период, как я и говорил, чем вы больше заработаете, тем больше вам дадут. Так и получилось. Все, что я заработал, умножили ребята в 10 раз. И, соответственно, я тут накупился уже, просмотрел все, что нужно. И, в общем, я получил некоторые элементы, но большинство из них я уже продал. То есть эти у меня еще остались. Ну, то есть то, что годное, я оставил, а все остальное я просто слил, пока собирал всю статистику. В общем, смотрите. То есть получается, здесь показан процентный бонус именно к твоим характеристикам. Чтобы посмотреть, что они дают, то есть достаточно... Ой, блин, тут не выдает. Достаточно вот так сделать и посмотреть. Там написано прямо «Доспехи». То есть он дает, видите, 14 тысяч именно к живучести дают мне доспехи. Ну, вот такой вот прикольный бонус. Получается, качать, то есть и в башню теперь ходить имеет смысл. Плюс, если мы зайдем, соответственно, теперь в башенку, то есть, ну, возьмем любого, да, вот у нас получается по статистике, теперь стали давать, ребята, ну, очень солидное количество. И теперь люди прямо стараются, ну, как стараются, заходят вдвоем вот так вот, и просто всех насилуют. То есть, и давайте еще раз так же. Ну, здесь, ну, ладно, хорошо, тут так уговорили, тут они втроем всех убили. Вот, ну, что это? Это вот реально. То есть, теперь в башне смерти, ребята, играть без команды вообще нереально. То есть, вы, соответственно, только переходите на второй этаж, а там уже вас с вилами ждут. Давайте мы на форум, наверное, пойдем, еще сходим, посмотрим, почитаем, что люди говорят и что вообще написано про обновление. Мало же того, что я здесь разговариваю. Ну вот, и меня больше, и экран больше. В общем, на форуме, ребят, у нас обсуждение. Ну, по крайней мере, кратко то, что я сказал, здесь уже описано. Ну, то есть, но здесь можно посмотреть на персонажа, как они выглядят в полном комплекте. Ну, или хотя бы, знаете, посмотреть, как должны выглядеть. Потому что то, что вы увидите в дальнейшем башне, это будет... Шлем от рыцаря, перчатки от эльфа, сапоги от варвара. В общем, то, что вытащит, в том и будут ходить. Наборы собираться будет очень трудно, это я сразу говорю. Но не забываем, что при сборе набора он дает дополнительно X2. В дальнейшем видео вы это и увидите. Не забываем, с каждым днем, соответственно, прочность ваших вещей, которых вы вытянете, будет уменьшаться. Поэтому... старайтесь, ну, чинить их как бы так своеобразно, в общем. Ну, не сразу, в общем, на второй день. Подождите чуть-чуть, чтобы они побольше сломались, только потом чините, чтобы они у вас хотя бы оставались. Есть у нас и положительные, ребят, и негативные отзывы, соответственно, о башне. Но я считаю это прекрасным нововведением, то есть еще одной дополнительной фичи. Жду очень PvE режима. Ну а сейчас давайте пойдем в подробный разбор самой башни, самого лимба, самих доспехов, что они дают и так далее. Ну что ж, начнем, пожалуй, разбирать все, что у нас проходит, все у нас интересного. Итак, начнем. Лимб. Разбираем. И первый, соответственно, у нас персонаж, которого мы будем разбирать, это рыцари. Вот так выглядят у нас персонажи в полном комплекте. Ну, догадаюсь, наверное, где мужчина, где женщина. Итак, давайте кратко разберем по характеристикам. То есть, соответственно, у нас 4 элемента. То есть, это шлем, нагрудник, поножи, соответственно, и сапоги.
каждый из элементов, то есть по своему уровню, дает определенный бонус. То есть, и, соответственно, на нулевом уровне вы получаете 2,2, ну, на первом 3,1, 4,4, 6,3, 8,8, 12,5. Соответственно, дни прочности указано само внизу, то есть, соответственно, предмет, который вы вытащите, будет действовать 5 дней, плюс у него будет, соответственно, 10 починок. Также 6 дней, 10 починок и так далее до последнего, который действует на 5 уровне, дает максимальный бонус, соответственно, и дает плюс 15 дней своей жизни. То есть, и смотрите, как вам легче копить. Либо брать мелкими партиями, соответственно, на плюс 2, плюс 3, либо попытаться выкупить 4 и 5 элементы, но уже подороже. И в конце, соответственно, мы получаем бонус, ребята, к живучести. Бонус живучести при полном комплекте плюс 5 составляет 100%. 100% именно от базовых характеристик. Ну, не так, как вы подумали, что возможно будет давать от тех характеристик, которые есть. Ладно, давайте. По следующей по значимости у нас, после рыцаря, соответственно, идет варвар. Какая же характеристика у нас у варвара? Вот такие у нас красавчики. Извините за гаразовую мордочку одного из персонажей. Но если будет интересно, я думаю, скрины я вам сброшу, так что в комментариях пишите. Варвар у нас, ребята, основной характеристикой имеет силу, но, соответственно, имеет те же самые бонусы. То есть я сравнил таблицы, спрашивал ребят, смотрел видосы, проверял таблицы, ребята, по, ну, характеристикам одинаковые. И, соответственно, тот же самый бонус, ребята, мы получаем. Сила плюс 100%. Вот, кстати, получается, варвар и рыцарь имеют бонус как раз для, получается, титанов, ребята. Это у меня есть видео по прокачке характеристик. Это те, кто качает, получается, силу и живучесть. Тут смотрите уже сами. Следующий, менее популярный, соответственно, это эльф. Красивые персонажи, выглядят футуристично, очень браво. Но бонус, соответственно, их — это ловкость. Ловкость не все качают. Ловкачи у нас в игре большая редкость. Это те, кто качают амулеты типа Хонгельдона. То есть, ну, тут смотрите, ребят, сами. Соответственно, получаем в конце бонус на пятом уровне плюс 100%. Ну, сильно не буду рассуждать, да? И давайте к колдунишкам. Наши колдунишки очень красиво выглядят, конечно, прям суперски. Непопулярный, сразу говорю. Догадались, да, почему? Потому что талант. Талант у нас никто не качает в основном, и бонус к его характеристикам в процентном соотношении даст меньше всего бонуса. Поэтому качать эффекту его, сразу говорю, нету. Но, однако, это не мешает ему выпадать больше всех, ребята. Прям реально больше всех выпадает. Я уже заметил, смотрел видео на многих каналах, соответственно, и у себя смотрел. Я потратил 10 тысяч, ребята, душ, и у меня этот колдун выпал, даже в сборе выпал. Ну, хотя он там был разный, я его продал, потому что эффекта от него мне нету совершенно. Ну и мы получаем, конечно, бонус к таланту, к базовым характеристикам. Ну и опровергните меня, если я не прав, что колдун выпадает чаще всего. Ну и, конечно, лакомый кусочек всей этой радости за тем, в чем в дальнейшем, скорее всего, будут гоняться все. Это красивые, рогатые, зубастые, прикольные доспехи. Это демоны. Демон, в отличие от всех остальных, дает бонус ко всем характеристикам. То есть это, получается, шапка, кафтан, штаны и сапоги. И дают они у нас бонус 1,3, 1,9, 2,7, 3,8, 5,3 и 7,5% к характеристикам всех, соответственно. Всех именно характеристик, ребята. Вот такая вот вещь. И в конечном итоге, если вы докачаете его до 5 уровня, он дает бонус ко всем характеристикам на плюс 60%. Ну, давайте же все-таки подведем итоги после всего. Ну, имею в виду разбора. Давайте мы возьмем у нас персонажи. Так, меня давайте сдвинем в серединку.
Вот так я буду разговаривать с вами прямо из центра. И давайте же посмотрим. Демон, колдун, эльф, варвар и рыцарь. Что же у них к характеристикам? Что же они добавляют? И у нас получается добавление демон 60, но ко всем характеристикам. То есть, соответственно, к каждой характеристике вот этих четырех он добавляет 60%. Эльф – ловкость, варвар – сила, колдун – талант, рыцарь – живучесть. Ну, выбор, конечно, просто очевиден, ребята. Надо собирать демона. Тут даже говорить нечего. Я бы сказал, что кому-то можно и рыцаря пособирать с варваром, но они находятся, грубо говоря, на втором месте и не имеют такой. Я даже характеристики сравнивал, хотел, ну, рыцаря, у меня полный комплект его был, я хотел его одеть, нет, тоже продал. Надо собирать демона. Фигня все остальное. Эч, как-нибудь вот так меня давайте пониже. Спасибо, ребята, за просмотр. Удачи всем в башенке. Ходите, качайтесь. Теперь награда в башне дается очень хорошая и адекватная. Не забывайте, что качаться лучше всего за 200, то есть и 20. 750, ребята, хоть и дает бонусы, то есть и шанс высокий плюс 5 предмета, но это, правда, очень дорого. И, соответственно, его обслуживание тоже будет очень дорого. Так что тут такая, знаете, своеобразная система. Ну, а если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Будем дальше разбирать интересные вещи. Всем спасибо, всем пока! Чао!